Так, всем привет. Решил я продолжить все-таки. Вроде немножко кашель как-то утих, поэтому смогу. Хочу колонию. Просто хочу колонию. Так, акванавты. Акванавты у нас вышли с этого. С ранений со своих. То есть они все сейчас крутые. Ну-ка. Киберимплантация. Киберимплантация МК-защиты. Навык МК. Кстати, навыком К улучшение, я так понимаю, надо вот этих с навыком тренировать, что ли? Ой, блин. Хрень этот МК какой-то. Короче, снарядить. Так. Все. Может, каких-нибудь покруче взять? Давайте по силе МК. Вот этих снимем. Слабеньких. Возьмем только сильных. Это там база. Так, теперь броню. Убирай из орбит. Так. Убираем из орбит. У тех, кто дом, в домике остается. Надеваем из орбит тем, кто едет. Эти все кончилось. Ну, остальным гибридную. А летающих у меня не будет, что ли? Это неправильно. Так, ладно, давайте-ка по силе. Так, самым сильным надо одеться. Самым сильным одеть. За костюмы. А самым слабым гибридную, наверное. Не, гибридную, ладно, не надо. Пускай лучше за орбиту одевает. Гибридная она у нас что? У нас броня 70. Желтый сколько? Желтый 100. Хотя, блин, гибридная, мне, конечно, похуже. Наверное, все-таки больше дать. Гибридный.
Вот так. Блин, с ранением. Так, ладно, всем пластиковую дам. Кто остается? Все, кончились. Панцирные есть. Все. Да, все. Так, ну что у нас теперь? Вот теперь нормально. Так, снаряжение теперь. Креветки. Танки не нужны. Газовые 2,6. Снайперка. 6 патрон возьмем. Автогаус. 9 возьмем. Шоковые не нужны. Дым весь. Блин, сенсорок мало. Так, 8 сенсоров, 8 медкомплектов. Пилы 4. Тепловых мало, блин. Светители 15. Пушки 2, 10. Нормально. 2 дисруптора. Берем 25 зарядов. Тяжелое копье. Сжиматель, породитель. Ну, возьмем вот эту штучку еще. Все, погнали. Так, нормально. Дым. С дымом проблемы будут, я чую. С дымом будут проблемы. Так. Нормально. Два дыма. Мины, мини. Свет. Еще две пилы остается. Снайпер. Так, снайпер берет. Пила, не пила, снайпер не нужна. Снайпер берет еще вот эту штучку. Ну и мину. Так. Ты лучше возьми пилу. Породитель, блин, нахрен тебе породитель. Бери лучше. Вот это. Так, снайпер. Свет и дым. А, дым есть. Ладно, бери тогда мины. Угу. Так, пилу. Пилу. Ну все. Так, тоже пилу. А, вообще пилу надо этим летающим давать. Блин. Ладно, сейчас летающим пилу дам. Автогаус еще есть. Надо автогаус кому-то выдать. Тут не очень точно. Бери автогаус. Кстати, свет кончился. ГПшечник. Так, ГПшечник. Дисрупторщик. Дисрупторщик берет. Блин, у него точность 90. То вообще 99. Бери автогаус. Так. Так.
Ну что, тактика, значит. Ладно, дисруптор пускай будет дисруптором. Автогауссу надо давать. Не это, а вот это. Так, эти нормальные. Не, друг. Тебе надо вот это. Даже не это, а вот. Хотя. Нормально. Пила. Пушка. Амин-то нет у меня больше. Блин, без мин ехать. Хотя их на первом уровне не так много использую. Так. Это нормальный вроде. Что надо мины все-таки всем давать по одной. Это без ствола. Вот это можно, кстати, автогауз дать. Вот так, нормально. Так, сбрось две мины. Свет бери. Ну и нормально. Более-менее, в принципе, все. Один деструктор. Так, один деструкторщик только, да? Один деструкторщик. Два снайпера. Один ГПшечник. Может, ГПшечнику дать дисруптор? Вот так сделать. Если что, эту сбросит, возьмет дисруптор и жахнет. Думаю, что это более правильно. Все нормально. Надо бы еще этих отжимателей дроном. Есть сжиматели? Все. Отправляемся. Днем поедем. Так, торпеды. Где они? Одна штука. Кстати, надо еще туда эту броню. Броня. Где броня? Где броня? Называется броня.
снаряжение, что ли? Видимо, нет еще. Ладно, пофиг. Вы нападаете на колонию пришельцев. Задание состоит из двух частей. Чтобы перейти на следующий уровень, к выходу из первого. Короче, понятно. Темнота. Кто это? Что это? Оно меня видит? Креветка, череп? Что это? В любой непонятной ситуации бросай дым. Потом свет. Ох, нифига себе. Блин, ну да не хватает. А, взорвалась, что ли, или что это было? Ой. Ой-ой. Ну да, медузники. База медузников. Полип. Сдохни, полип. С одного выстрела. Вот это я понимаю. Еще одного видят. Еще один полип. Да, снайперка их тоже хорошо гасит. Так, блин, самое хреновое, что я выйти не смогу. Хотя, может, и смогу. Ой, тваря. Не, ну это надо. Откуда эта дрянь стрельнула? Там в темноте не видят, блин. Все, дрона убили, уезжаем. Вон он. Так, ладно. Сколько я уже убил? Раз, два, четыре, что ли? Ладно, отходим. Так, подождите, только дронов я все-таки выведу. Блин. Стоит. Так, вы убегаете. Ты стреляй. Руки. И 17. Эти прицельно можно. Лег. Дрон зачем-то наверх поднялся, блин. О, видит. Что это? Где это? Охренеть. ГПшечник есть?
Я ГПшечник, вот ГПшечник. Давай. Вперед. Гаси его. Молодец. Все, уходим. Так, можно еще вот этих подвести вперед. Все, пока так. Ты креветку потерял, блин, на первом ходу. Как нуб. Там недолго ходит. Так. Никого. Нет, кого-то видит все-таки. Угу. Гаси. Как нет линии огня? Тут видит его. Стреляй. Готов. Вылезаем. Так. Ну что, креветка сейчас будет получать? Повезло. Стоит. Туда, я так понимаю, только с ГПшки можно попасть. Стреляет тогда с ГПшки. Аж деструктором жахнуть. ГПшечник еще тут встал. Кстати, вход. Так, ладно, забегай назад. Может быть, как-нибудь. Ну, типа наверху стоит вот, вот типа вот отсюда откуда-нибудь можно будет стрельнуть. Ух ты, двоих увидал. Это где вот это опасный. Где он? Бегай. Так, снайпер нужен.
этот, в принципе, тоже может. Косой. А, блин. Вот это плохо. Тут же снайпер был, блин. Нафиг подставил того. Так, ландрон. Ну, чё, всё. Так, подождите. Дымок. Сейчас получим. Ну, я вроде в дыму, как бы. Может, не увидят. Увидел. Не пробил. За костюм не пробил. Зверели стрелять по мне. Так, ладно, пока ждем. Сейчас креветками глянем тут, что происходит вообще. Ага. Лифт. Видит. Понятно. Гасим. Где? Не попал. Фотогаус. Какие-то, блин, неточные товарищи попались. Вот это же всякие крутые бойцы. А где еще один? Ух ты. Блин, это прицельный был. Готов. Так. О, вот еще есть. Это летающая бомба, что ли? Я не понимаю, как он взрывается, когда падает. Дрон. Прячем. Что здесь проверить?
понимаю никого. Так, ладно, прячемся в караб. Да блин, этих медузников тут. Как на этом, как на генераторе. Все. Как на генераторе цунами. Долбаешься их убивать всех. Так, вот туда надо свет кинуть, он не видит. Да как, блин, ну как так-то? Еще раз давай. Там еще много? Не очень много. Блин, там еще целое здание. Так, ладно, сюда. Эй, что, сюда что ли посмотреть, сходить? Никого. Так ты уходишь. Никого. Тоже никого, блин. Что за бред? Где враги? Свет. Ой. Ой-ой. Самое, блин, прикольное то, что он встрял тут теперь. А вот, кстати, вход-то можно сюда подбежать. Ладно, пока уходим. Ну, кстати, все-таки... На Overwatch вот сюда кого-нибудь поставить. На всякий. Надо считать, сколько убито. Видим. Вот это что ли? Гаси его. Аккуратно. Не могёт. А ты? Смогёшь?
Смог. Так. Свет. В общем, такая же база, этот, как он называет, крест, как и у обычных чужих, только с этой, в виде живой, в живого организма, типа кровь какая-то там течет, вот это что, это непонятно. Так все то же самое. Подвязать вот здесь, да пропилить. Ждать тут их стоять 3 часа. Так, ГПшка. На Overwatch встают. Тут еще двое у меня есть. Деструкторщик готовится. Я тоже заходи сюда. Так, этот дрон летит в эту сторону. Все. Ну да, конечно, обстреливай давай, тварь. Никто, главное, не стреляет по нему. Ох, нифига себе, как-то сзади он появился. Нормально. Получил по башке. Вот это откуда он? А, нет. Он мимо дрона поднялся. С чем он? Вот этот тварь стреляет. Подранила его, между прочим. Скотина, а? Сдохни. Ты еще убить его не можешь. Ну как так-то вот такие косые, да, все? Нет линии огня. Так, снайпер, где снайпер? А снайпер, кстати, вот здесь у меня наверху. Ну-ка, давай-ка. Надо было со снайпера начинать. Ты давай сюда гаси. Не могёт. Тогда вот эти. Блин, против медузников надо было грены взять. Ладно, короче, пилим. А у кого пила? А пилы нету. Блин. Вышли пилить без пилы. Так, вот ГПшка нас спасет. Так, у кого пила? Вот пила. Так.
побежал. И возьми пилу в руку. Вот этот вход подминировать на всякий случай. Может выйти, то вот этому в спину напихать. Минировать вот этим. Думаю, что стоит. Все. Только, блин. А, нет, вроде нормально. Где это мина-то? А, ну да, нормально. Все. Блин, нам был тем дроном походить. Стрелять опять никто не собирается. Ты видишь его внутри? Кто его видит? Вот этот его видит. Офигеть. Так гаси его. Через вот эту дырку, что ли? Это не глаз? Так, кошка, оказывается. Пилим. Ой! Он не может пройти там. Не, ну это подстава. Что за бред? Просто подстава. Даже надо в главный пилить, вот здесь подойти. А какой смысл, если зайти? Ну да, блин, зря минировал. Так, короче, ладно, дрон сейчас поднимается, и туда будем смотреть. Он сквозь дырочку посмотрел, что ли? Так, ну я не понял. Если он зайти не может. Какой план тогда? Где-то даже не знаю. С этой стороны надо проходить, что ли? Тоже какие-то у них, блин.
Без дыма, может? Нафиг, дым нужен. Так, дисрупторщик. Под ГПшником можно наверх поставить. Ну, эти типа мониторят. Все. Почему я все-таки не могу прорубить здесь, я понятия не имею. Не проходят мы. Ладно, продвигаем. А, хотя тут есть дрон, кстати. Нужно вот этим дроном посмотреть. О, видит. Тихо. Вниз. Стреляем. Своих не попади, я тебя умоляю. Эти еще могут. Нет, не огня, блин. А, встань. Хорош. Так, дрон. Сюда. Кстати, тут же еще один дрон есть. Нафиг я тут веду. О, видит. О, опасный. Опасная тварь. Пули кончились. Один выстрел можно. Опа, попал. Еще один стоит. Просто расстрел этих тир, блин. Еще один. О, опасный. Вот эти могли пострадать сейчас. Так, едем. Все здесь? Так, здесь все. Сейчас мы вот здесь прорежем дырку. Постреляем им там. Бесится. Давно пора сдаваться. Внутри там. Чего это в окошке не могу посмотреть? Вот тварь, а.
ты, потому что там темно. Я по вам еще из деструктора не стрелял. Жалею вас. Ну как? О, увидел. А теперь ГПшка туда стреляет. Так, надо вот сюда попасть. По методу мистера Джопера. Хрен попадешь. Так. Давай, огонь. О, точно, я тоже умею, Что не надо мне тут рассказывать. Еще один. Полип, офигеть. Все взросло полипами. Так, ладно, полип уже следующим ходом. Так, а где здесь-то дрон? Вот он. Там вот внутри гад. Ладно, пускай идет вперед. Надеюсь, он меня не дострелит. Так, надо подминировать. Все. Подминировали, подходим. Так, здесь пилить идем. Прям здесь пропилим и... Ну, это следующим ходом уже. Так, дисрупторщик. Подходит. И остаются вот эти. Но они на Overwatch. Работала. Сейчас сами себя гасит уже. Уже там просто они у них паника. А где еще-то один? Охренеть, он внутри через дрон видит через дырочку. Да, реально дрон видит через дырочку. Стрельнуть. Короче, лифт. Но пройти я в него только через дверь смогу, к сожалению. Бредово, конечно, сделано. А вдруг это был командир, который мне живым нужен? Он, если отсюда выйдет, сможет меня? Что может на втором? А, вот тут, тут кто-то бросил. Так, надо этот полип был уничтожить. Как мне уловче. Где-то у меня тут висят в воздухе двое. Он же сможет.
Нет? Блин. Гаси его. Есть. А что, надо вот этими проходить? Ой. Ну и все. КПшечник. Пусть тоже идет вперед. Эти двое пасут выход. Все, этим подходить. Че сюда, что еще подминируют разок? Ну все, типа, что тут? Продолжает беситься. А может, надо два раза пильнуть? Ну-ка. Чёртова лодка медузников. Чёртова база медузников, точнее. Так, вон, короче, поднимайся. А еще где? Ай, блин. ДГПшка. ГПшник, как всегда, в своих залепит. Даже деструктора туда стрельнуть. Они висят, блин. А этот внизу. Тут на втором. Так. Блин. Так. 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 Все, все передохли, нет? Свет снова кидать, потому что, блин, деструктор загасил лампу. А света ни хрена нет ни у кого. Да, тут бы гренок бы, конечно, не помешали.
плюс еще проходить нельзя вот через дырки, через эти. Такой вообще бред. Ладно, все, короче. На штурм идем. Хватит. Хватит тормозить. Идем на штурм. А тут никого. Ну, нормально. Так, вот этим что делать? Ну, в того. Того эти не попадают никак. Дроном можем, конечно, стрельнуть, но он тоже не попадет ни хрена. Не, дрон я лучше уберу. Так, вот этот еще тут. А, это ГПшечник. Ай, блин. Так, деструктор заряжай. Все. В принципе, вот эти, смысла тут стоять нет. Надо сюда подходить. Если только с лифта спустится. Ну, ладно, один пускай стоит тут. Этот еще не ходил. Никого там не видишь? Сюда беги. Все. Давайтесь уже. Где-то полип, блин, и он им не дает сдаться. Блин. Так как подошел, блин, отдай не хватает на один шажок всего лишь. Вот этого надо было убить, и все. Преодолев первый уровень, вы вошли в ядро колонии. Цель задания — уничтожить центр управления синомиумное устройство или устранить всех пришельцев. Чтобы прервать задание, верните всех акванатов в исходную точку. Вампир дали. Так, проблемы с дымом.
и с минами. Эй. Нормально. Так, следующий. Дым, мины. Света нет. Кстати, у того тоже света не было. Нормально. Стволы перезаряжаем. Так, еще один дымок возьми. Так, две мины. Пилу сюда убираем. Две мины, два дыма. И свет. Так. Перезарядка. Перезарядка. А патроны-то йог. Патронов-то нету. Ладно, 7 достаточно. Свет. Там тоже свет. Так, автогаусс. Перезаряжаю. ГПшечник. Дисрупторщик. Мины возьми. Одну хотя бы. Так, ладно, 19 надо просто взять. А я могу? Не могу. Так. Не, ну надо полную заряжать. Если может против медузников, можно и эти взять, породители. Они более эффективны будут. Эти породители можно с первого раза и не убить. Родители возьмут. Ну все. Кстати, этим вот кому-кому, а вот этим можно по родителям взять точно. Все. Нормально. Ну что, это у нас обычная генератор цунами, я правильно понимаю? Что это? А что у него за оружие такое? Еще совсем что ли? Труп взрывается. Так, где я вообще нахожусь-то? Так, здесь конец. Блин, туда далеко. И здесь конец. Короче, надо вот эти зачистить. А где еще один дрон? Сюда летим. Хотя можно сюда посмотреть.
Неужели никого? Так, вот здесь безопасно. Второй этаж, туда можно сходить. Посмотреть. Да вот этими что ли идти? Аж спустится и огребет там. Ладно, риск. Вот он стоит. Сколько ему подняться? Блин. Дерьмо. С другой стороны, ГПшка. А если там кто-то? Опаньки. Встал тут. Ну что, вниз есть? Тут могут внизу быть. Так, ладно, тут безопасно. Вот этот опасно убил. Так, ну он может сюда пойти, подняться сюда. Следим 37, на выстрел 33, он тут встает. А вот с этой можно пострелять, наверное. Ладно, короче, стреляем. Вниз. А он сюда даже не может. А, не может. Сюда вот не может уже все. А лучше сюда. Сюда тоже не может. Да лучше сюда, наверное, вообще. Вот сюда. А, кстати, вниз еще можно вот сюда вообще? Видимо, да. Ну, тут вообще никого. Ну, перекрыть, значит. А эти двое перекрывают тут. Единственное логичное. Так, ладно, здесь вроде нормально. Этого вроде тоже не должны. Дрон тут вроде тоже более-менее. Теперь эти. Так, еще один дрон у меня. Сюда что ли посмотреть? Не, надо вниз, наверное, поглядеть.
Так, тут тоже более-менее. Да, надо здесь спуститься, посмотреть. Опа. Здорово. Стоит голубчик. Блин, наверх не может уйти. Так, деструктор. Блин. Это бери. Сюда уже не сможет. Да, сюда. Так, вот тут бы я еще хотел глянуть. Никого. Никого. Все, убегай пока сюда. Можно еще вот тут посмотреть. Было бы еще вот тут неплохо посмотреть. Так, ну здесь дрон проверял. Только если внизу. Так, ладно, давай сюда. Сюда. Пока жди. Опа. Готов. У них прям какие-то большие пространства. Тут тоже большое достаточно. Лучше так стоять, лучше вообще сюда зайти. Так, тут надо проверить. Опаньки. Ударить нельзя. 33. Блин. Восемнадцать. Но я смогу еще вот отсюда. Нормально. Пригодилось. Не зря таскал. Блин, может тут здесь быть. Какой смысл? Я лифт тут держу. Лестница, блин, тут смысла лифт держать нет. Блин. О, слава богу, никого. Так, надо бы тут дым кинуть. Можно посмотреть дальше, конечно.
Тут вообще без... Только вот тут вот кто-то. Сюда вот еще может выйти. Но смысла нет, лучше снизу идти. Сюда спуститься, тут вообще безопасно. Ладно, сюда отойдем пока. Потом вниз. Ой, блин, а этот-то стрелял. Ой, дерьмо, сбрось. Ой, ой, дерьмо какое. Про этого забыл, блин, про снайпера. Вот сейчас снайпер огребет тут. Креветка. Ты тоже можешь в спину огрести. Ладно, все. Все же. Так вот эта креветка пускай уходит сюда. Блин. Но тут уже ничего не сделать. Так, креветка, либо кто-то из чуваков пострадает. Давай. Мимо. Хе-хе, промазал. Повезло. В креветку не стал стрелять, тварь. Минус. Так, ладно, выходим. Никого. Никого. О, кто-то есть. Не попал. Так, 38, а сколько? 31, нормально. Так, ладно. Где дроны? Где дроны? Так, ну что, в самом низу можно еще посмотреть. Ну да, не можешь спуститься? Или там заблочено кем-то. Ты не можешь спуститься. Опа. Стреляй. Что, ничего не видит? Блин, ну да, кончились.
Что, имеет смысл туда нестись? Никого. Тоже никого. Это наверх, я так понимаю. Логичнее сверху ехать. Пока сюда, наверное. Этих тоже подводить. Я так понимаю, все, никого. Там может быть. Там был же. Блин, не хочу я туда забегать так. Лучше дроном потом подлечу. Как здесь стану. Никого. Так, этот чувак. Прячься. Прячься пока сюда. Вы подходите. Что, могут его оттуда? Вряд ли. Так, тут еще внизу двоится. А, они уже ходили, да? Все, тогда подходим. Это можно. Ладно. Нету там никого, блин. Пока сюда спрячься с большим ходом. Так, вы занимаете сюда. Ай-ай, блин, блин. Дерьмо. Фу, забежал. Так. На первом этаже, я правильно понимаю? Да. Стоит голубчик. Все. Ой, тут проход туда, оказывается. Неожиданно. Тут дрон, да? Сейчас посмотрим. Там вроде никого. Ладно, давай сюда забегай. На Overwatch. Ну все. Второй ход. Все. Можно здесь зайти.
никого. Здесь чисто. Так, где дрон? Сейчас посмотрим, вот тут откроем. Тут откроем. Вот тут выйдем, посмотрим. Тут выйдем, посмотрим. Никого нет. На верхнем тоже никого. Здрасте. Стоит. Мимо. Так вот, тоже плохо. Это плохо, потому что тут у них центр управления, что ли? Это плохо, потому что можете попробовать пробить дыру. Получилось. Ну, что остается, только тут сесть. И надеяться на Overwatch. Так, дрон тут все исследовал. Этот чувак может бежать сюда смело. О, он прямо вот здесь стоит. Так, это вниз. А мне надо наоборот наверх. А наверх нету. Охренеть, куда забежал? Опа. Мог бы и попасть. Когда куда-нибудь сюда вот выйду лучше. 44, блин, 31, нормально. Так. Видят. Где? И он тут встанет, да? Сколько у него шанс? 47. Не, давай-ка ты вот сюда лучше отойди. Или лучше вообще вниз. Так. Стрельнуть не сможет, сюда.
Так. Еще есть один. Ну, это вообще бестолковый. Чем там только танковать. Так, вот тут еще целая группа. Кстати. Никого. Нормально. Я вниз уже не сможет, да? Че сюда пойти, что ли? Это наверх, что ли? Сейчас сверху логично сюда забегать. Так, этот на длине нужен вообще, что им логичнее в эту сторону смотреть. Так, ты, ну тоже давай сюда. Не сможешь. Ну, а тут оставайся, будешь прикрывать снизу, если что. Так, вот тут еще целая куча людей. Никого. Можно, конечно, одного сюда. Ладно, одного здесь оставлю. Нет, лучше все-таки, наверное, сюда спрятаться. Так, вот этот бездельник. Все. Так, ну что там? Вот он, центр управления. Блин, хреновое то, что у меня станелок нет. Вот одна станелка, блин.
давай-ка ты выйди и брось. Ой, не надо парализовываться. Саня, не можешь? Сюда брось. Ты возьми тарелку. Есть станилка, у тебя есть пила. Сможем теоретически сюда бежать. Потом пропилить. Тут. Они забежит, застанет. Вот станелка есть. Кстати, может... На этом ходу 31 и встанет здесь, да? Ну, тогда как-то вот так. Все, этот пропилит, этот забежит, застанет одного, этот застанет другого, если они, конечно, не пойдут выходить. А если они пойдут выходить? Мину. Вот сюда. Вот он туда пойдет. Это мухана. Если он выйдет и пойдет туда, вот это мухана. На 71 здоровье. Может, выдержит. Даже ГПшкой жахнуть просто туда, да и все. Так, снайпера лучше сюда перевести. Это Гаусс. Пашечника. Ну, ГПшечника лучше вот сюда, наверх. Если что. Может, даже вот сюда. Даже вот сюда поставить. Если что, выйдет и прям туда им кинет. Так, эти что тут? Тут врагов нет. Да, вообще что-то никого нету. Скукота. Так, вот тут еще дрон. Никого. То
тоже никого. О, кого-то увидал. Это вообще хрен знает где. Пила есть? Это вообще дисруптор. Вот пила. Подходи сюда. Будем пилить. Убивать этого. Эти тоже можно сюда завести. Так, этот. А вниз тут можно только спрыгнуть. Не, ну туда идти бессмысленно одному. Единственный вариант сюда тоже идти. Так, вот эти типа прорашивают малыми силами. Прорашивают малыми силами. Так, эти ждут. Вот еще есть один. Может, он ему сейчас вставить. Не захотел вставлять. Так, контакт. Не боись. Готов. Готов. Четко. Операция выполнена четко. Кто такие? Лидер. Хрен не лидер. У меня есть лидер уже. Еще один лидер. Так, ладно, трупы уносим. Блин. Эту хреновину взрываем. Я не помню, она взрывается или нет. По-моему, она вообще просто пукает и все. Контрольный центр уничтожен. Задание выполнено. Ну, я, честно говоря, не хочу их добивать уже. Такое муторное дело это. Пилу. Сорок семь сможет.
Еще никого не видишь? А нет линии огня. Где ты его вообще видишь? Внизу, что ли? Понимаю. Прилег. Ну все, что тут? Что-то еще ловится. А можно сюда выйти. Сзади никто не преследует. Этим помогать иди. Никого. Так. ГПШ не понадобился. Еще один дрон у меня тут, охренеть. Все, короче. Да не хочу я поле боя покидать. Красиво. Никого. Стоит. Так, ну что тут у нас? Это можно этих сбросить, наверное, уже. Лидеров. Командующего нет у них, что ли? Не лидеры.
бери ствол. А у тебя что? У тебя вообще ничего? А он там бросил, да? Ладно, перегруппировываемся пока. Следующим ходом пойдем уже дальше. Если можно прямо здесь прорезать и пойти. Так, дроны отходили, это тут. Так, еще один где-то внизу. Но его я отсюда явно не смогу. Здесь уже все как бы. А, это стрелял. Заходим. Так, пилу пока. Пилу убери пока. С этой стороны можем пойти еще посмотреть. Так, вот здесь может отсюда выйти. Сюда пока. Это тоже надо сюда куда-нибудь. Так, ладно, тут походу никого. Ой, три двери. Страшно. Сюда пойти. Цветы. Приемная, наверное. Нет, ни хрена. Так, ГПшник. ГПшник Рэмбо. Что-то они сдаваться не хотят. Было лидеров грохнуть, наверное. У меня ГПшечник. Ох ты, нифига себе, он не боится кислоты-то. Это прикольно. Интересно.
Хоть мину ему кидай. Что можно подойти отсюда? Не попал. Это линия огня нету. У того была линия огня, у тебя нету линии огня. Вы что, совсем что ли? Что за бред? Что, появилась у тебя линия огня? Хрена не появилась. Сюда. Сдохнешь тут. Блин, снайпер. Ну тут-то как ты стрелял? Да не хватит. Все, уйди с глаз моих. Скрылся, не открывая дверей. Этот встрял. Не могёт. Так, вот эти еще могут спасти положение. Мозгокомпостирование, блин. Скажи, ты уже можешь стрелять или не можешь? Молодец. Стрельнул, убил, все. Все вопросы решены. Так, ну что, здесь надо к этим идти. То они там могут не справиться. Где у меня вообще все-то? Ладно, короче. Ждем. Копим силы. Вдруг там враги. Нет, никого. Здесь не могут быть. Вот здесь могли быть. А здесь такая же типа как и система, как и с этой стороны. Так, выходим. Блин. Нравятся мне эти базы. Дерьмо. Так, все, вот под конец начинается самый душняк, потому что как бы уже лень тут это особо осторожничать.
Сам прикол, то что я здесь не пройду. Давай. Молодец. Как-то вот Тит он видит. Охренеть. Это опасно. Сюда, сюда давай. Так, ну тут мы идем на помощь. Да что, блин. Сойдет. Бесится. Начали беситься, что очень хорошо. Спрятался туда. Вон он. Попал же, нет? 45. С двух рук. С какой? С правой давай. Косой. Не умеешь ты с двух рук стрелять. Сейчас вот это гребет, блин. Я уже задолбался тут бегать. О, кто? Вроде натренированные. Ты встанешь тут, не давай отходи. Ты где он был? Ага, сверху, понимаю. И кроме тебя здесь...
Почему он стал спиной смотреть? Что за бред? Где он? А где я? Ничего не понимаю. Ага. Может, сможет? Выйти, чтобы выйти, он все-таки двери решил открыть. А где, кстати? Сейчас будет 6. Кстати, посмотрите. Опа. А, это он того видит, да? Понятно. Все, вот это. Придет своей начнет. А почему вот этот не стрелял на Overwatch? Ты почему не стрелял, а? Мимо тебя вот тут прополз. Почему ты не стрелял? Ты для чего тут оставил? Ты отдыхал? Уродец. Кто такой? Оператор. Оператор не нужен. Супер, супер, блин, тварь. Тварь. Сдохни. Сдохни, тварь. Скотина. Вот тварь, а. Пук-пук. Прародитель, блин, он же не должен пробивать. Какого хрена? Ты его не видел, какого хрена? Еще один. Тут опасный. Этот товарищ опасный. В башку же ему попал. Thank you.
Одного потерял. Дерьмо. Поднялся на лифте. Так, надо бы дроном походить. Кстати, внизу еще этаж есть. А я смогу? Класс, еще один, блин. Скотина. Это другой, что ли? Ну ты сволочь, а? Что получше у меня. Кто такой? Просто медузник, блин. Сюда иди. Так, может он? Нет, такое впечатление, что он не может. Все эти бегут вперед. Дисрупторщик был, блин, вот лучше бы ты жахнул. Скотина. Где дрон еще один? Видят. Попасть не может, блин. Сейчас дрона убьют. Ладно, пофиг. Все. Так, давай гаси его. Ну, ты не видишь его. ГПшечник гасит. Поздравляю вас.
Снайпер, давай, не подведи. Снайпер не подвел. Ой-ой-ой. Ладно, пофиг. Яйца какие-то тут у них. Короче, прячемся. Да неужели? И куда он делся? С породителем. А он может где угодно быть. Туда не идем пока. Так, ладно. Спускайся. Ждем. Ой, что это? Что-то непонятное возьмем. Еще одна такая же хрень. Я так понимаю, сюда можно бежать. Тут безопасно. Только один с этими. Блин, было взять оружие. Ладно, все. Блин. Ну что, где породитель? Наверх ушел. Что сверху, блин, дофига не исследовано. Опа. Здорово.
Блин, он один тут, что ли? Блин. А вот есть. Это типа вниз, да? А это типа наверх. Опаньки. Дерьмо. Так, блин, может спуститься и расстрелять его, классно. Так, и здесь еще этот ходит, блин. Тут логично сюда подойти. Снизу зачищать. Блин. Что делать? Тут проломлено, что ли? Кстати. Может сюда выйти? А что у него там? Блин. Еще один трупак будет, блин. О. Тридцать два. Блин, этими пушками рашить очень неудобно. Очень много ОД требует. Можно сюда подняться, 34 открыть и 28 пульнуть ему.
Нормально. ГПшечник лучше всех отыгрывает. Короче, что осталось-то у нас? Вот этот, который будет этого убивать. Тык-тык-тык-тык-тык. Тык. И пух-пух-пух-пух. И вот этот. Сюда он не спустится, вроде бы. Не убегает. Повезло. Повезло. Куда он там побежал-то, я не понял. Ладно, дронами. Вот он, инфектор. Да ты не офигел, а? Аж попал. А дрон-то не инфектится. Он из металла. Идиоты. Тупые, под водой живете, ни хрена не соображаете. Еще дебил, что ли, по своему дрону залепил. Все, я тебя видеть не могу, иди. Неужели никто даже в тебя не стрельнет? Так, а где вот, который прошмыгнул тут? Где это было? Вот тут он. Тут вот он где-то. Вот тут он сюда пошел. Цельный. Дебилы. Блин. Очереди пытаться его отсюда взять. Да. Нормально, справился. Тут никого. Оператор. Так, ладно, короче. Уже задолбался эти коридоры зачищать. Пили. Стоит.
паучок. Паучок стоит. Вон туда пока не пойдем. Этот может пострадать, блин. Опаньки. Так вот там еще могут быть. Да вот сюда. Вдвоем как-то получше идти. Так, дроны ходили все. А второй дрон сбили, да, все, ладно. Но все-таки наносит урон. Я думаю, он вообще урон не наносит. Так, еще наверх можно. Тут не подняться, что ли? Задолбался уже рашить это все дерьмо. Где-нибудь вот здесь сидит сейчас зараза такая, вылезет и кого-нибудь пристрелят. Вот он, тварь. Еще и косят. Тупорылые, блин. В упор попасть не может. Две клетки, блин. Куда тут надо? Тут вниз-то, наверное, не надо, надо просто сюда идти, да и все. Или вообще туда. Ну, короче, идем сюда. Сюда вот. Так, этот. Сюда давай.
Этот. Хотя тут что, тут я убил, как бы. Уже безопасно. Тут, блин, могут сверху быть. Он пока вниз отойди. Вверх не могёт пройти здесь. Все, ладно. Все, короче. Чё, где? Чё, не понял. Где он стрелял-то? Не поймешь, блин. Интересно, если с этой миссии улетать, то есть вот эту всю муть не проходить, а улетать. Чего не могу вниз? А, блин, это наверх. Может или нет? Блин, где враги? Где эта скотина? Вот она. Нет, блин, еще не все. Долбают. Уже все вроде зачистил, тут со всех сторон уже обошел. Надо. Так, тут наоборот наверх. Вот нету. Что тут как-то плохо осмотрено. Все, короче. Одна дрянь засела.
Тебе видно на карте? Нет. Хрена и не видно. Узнаю XCOM. Ищи его теперь. Там где-то быть. А, вот здесь вот я еще не смотрел, кстати. Вот он, тварь, а. Блин, не хватало. Так как мне ловчит его. А, вот же я прям здесь получаюсь. Ну все ж, блин, еще не все. Еще внизу есть. Это вниз? Вот эти надо спускаться. Опаньки. Какая встреча, блин. Я ничего не смогу, да? Ладно, все, доело. Да, он делся. Вниз убежал, класс. Задолбали. Еще вниже что? Ниже нельзя. А куда он мог деться-то? Ее нет. Сюда куда-то. Или туда наварен. О, видят. Тварь. Только, блин.
Даже этого взял живым. Тут еще, блин, у меня неисследованный угол. Ё-моё. Чё тут надо спускать? Блин. Дерьмо. Уйти отсюда не можешь. На всякий случай. Сюда, короче, подбегай. ГПшка. Твоей энергии нет. Выдержал. Сверлочил даже одного. Выдержал, бедолага. А, ну он с этой хрени стрелял. Блин, ствол не заряжен. Гаси. Ты еще один подшмыгнул тут. Ты бегал тут что-то. Тут что ли это? Бегал-то, я не пойму. Так, подожди-ка, вот ты. А, вот здесь он бегал, походу. Я, походу, вниз убежал. Нет. Блин, задолбал это дерьмо. Сюда, что ли, он ушел? Уже просто замучился за ними бегать. Сюда убежал.
ничего не понимаю. Ладно, короче. Я не знаю, где он бегал, короче, все, остаемся все. А ось где-нибудь пробежит. А тварь, она стреляет еще. Уродец. Где? Вверх ушел. Скотина, куда делась? Блин. Согребу тут. Он тут. Так, 6 он стрельнуть сможет, стрельнуть сможет. Опа, еще здесь есть, охренеть. Это неожиданно. Или тут уже эти проснулись, блин. Точно, походу, один проснулся. Так. Энергии не хватает у всех. Дурацкие эти базы, ненавижу этих медузников. Задолбаешься по ней бегать. Все, ладно. Мимо. Скосила, тварь. А, это этот, кстати. Какого? В упор бей. Все, слава тебе, Господи, прошел. 61 пришелец убит. Живых пятеро. Сдалось еще 7. Там еще 7 было. Охренеть вообще. Просто. 20 артефактов. Колония пришельцев уничтожена. 500 очков. Одного солдата потерял. На лифте поднялся. На Overwatch попал. Криогеника. Клонирование.
Матрица аквапластика. Чуть мало как-то 110 аквапластика. Зорбита 40 вообще ни о чем. Зато 2051 рейтинга. О, все прокачались. Склады переполнены. Так вот, трупы. Оп. И сразу хватит. Не хватит. МК-разрушитель. Бестолковая вещь. Так. Этим электронные компоненты, мне кажется, надо продать. От них смысла нет. 500 оставить. Так, изолятор теперь. У меня 7 лидеров. Нафиг мне 7 лидеров. Медузников нафиг. Так лучше продать. Так, биолампы не хватает. Вот магазин к акустической пушке, это очень плохо. Грены заказать нужно. И все. Так, креветки надо сделать. Креветки сделать, сенсорки сделать, зорбитные обоймы сделать, блин. А, креветки делаются уже. Так, уменьшаем. Сенсорки. Штук 50 надо. Так. Сенсорки. Зарубитные эти нужны. Ой, нет, не торпеды, не торпеды. Зарубитные. ГПшечные зарубитные. Так, сенсорки, это сделали, обоймы к автогауссу, к снайперке, это сделали, и биолампу. Так, обоймы автогаусса. И к снайперке, блин, ладно, к снайперке потом. Все. Иван Захаров, блин. Нет, повышено там до Мичмана. А вот Джозеф Уравец. Не повезло ему. 21 убийство было. Так, ну все. Что-то я устал. Базу снес одну. Следующую, наверное, на это поедем. Потом на это, так по кругу их. Мочканем все.
Медузники какие-то не очень сильные как были. Это как генератор цунами примерно. О, 4000. Вот график показывает, где я открыл эти гаусски. Вот в декабре, по-моему, в начале года я их стал использовать. И сразу рейтинг нормально пошел. Доход, расход. Причем я с доходом? Непонятно. США. Короче, ладно. Так, ну что, все. Одного надо заказать бойца. Кстати, как-то вот этих производить, я что-то вообще в этом ничего не понимаю. Это можно производить бойцов. Типа сразу крутых. Это имплантация. То есть это имплантация. Имплантация. А, нет, присоединяется, кстати. Давайте киборг сделаем. Киборг сделаем. Так. Киборга хочу. Где эти киборги, блин? Спокойно. Восемь часов. Хочу посмотреть на этого киборга. Так, ладно, это креветки. Вот это киборг в школе. Что ли? Петвеб. Петвеб. И чего? Это киборг? Ну да. Нет. Странно, он в пластиковом скафандре уже. Ничего не понимаю. А, это вернулся, наверное. Да, ждем. Так, еще одну. Можно глубинного Посейдон. Так. Мне вообще нужен
Тифон может. Какого пластика на него, хрен знает сколько надо. Что я глубинный ангел сделаю? Это смысл в нем. Тогда Мурену. Так ладно, делать пока креветки. Перебросить надо. Перебросить надо пластик. Можно еще зарубить, перебросить. А его тут и нету, да? Все. Норм. Перехватим. Что барракуды лучше. Ай, блин. Затонуло. Хочу солдата посмотреть уже и все на этом. Три часа. Ладно, подожду 3 часа. О. Покажите мне его. Как понять, кто из них Кимборг? Как понять, кто из них киборг? Или он добавляется в эти? Да я хрен знаю. Это что ли? Понимаю. Это что ли киборг? Нет. Что он появляется в этом? Посейдон. В снаряжении солдат киборг. Не понимаю. Или это кто ты стал киборгом? Как это понять? Может, по миссиям? Вот, 0 миссий. Бои, действия, хрен знает, блин,
Ничего, я бы не сказал, что это киборг какой-то. Че не понимаю, короче. Ладно. Все, сохраняюсь. Базу снес. Медузников. Теперь не будет медузников. Следующую вот эту сносим. Четвертую. Хотя можно и эту снести. Просто на эти-то посложнее будет ехать. Там нужно будет, блин, отправлять этих. Кстати, надо его зажить. Так, закупим. Сюда вот запущу три мурены вперед. Все.